начали погрузку сои в мешках в порту Мордайк. Голландия. Вон у меня там инспектор еще переодевается, моргает машину. Сейчас пойдем проверять трюма. Всю ночь сушили, мыли, готовили трюма к погрузке. Двигали балкетину вот эту. Сейчас будем сдаваться, так скажем. У нас кроме этого груза будет навалочный. Первый трюм и в третий соя 5000 тонн. Вот. И этих мешков 388 штук. Как-то так. Вот с инспектором заходим в трюм. Сейчас будет смотреть. Just finish the close this bulkhead and today we use even the racks like the dry. Can we pass? Unfortunately, we already start loading from that. Not possible. Yes. With what? Huh? With big bags. Yeah. They already start. They can take it out. They need to wait for me. Ah, can you open this door for surveyor? Another man come and he make photo and send somebody, I don't know. It's not my problem. No, it's not your problem. But that car result is very good. Yes, the surveyor want to look. This is for SBC. Yeah, this kind of SBC. SBC, okay. I was ordered for 11 o'clock. Yeah, this guy said, I said, you inspector, he said, yes, inspector will come at 11 o'clock. And they have a problem, not me. Ammonia. For cleaning. Ammonia. You can buy fresh water on here. I go in, yeah? Well, I need to take some pictures, but... Don't be. Yes, please. I'm not that flexible. I'm an old man. It's quite a man. This is okay, thank you. Make the photo, fix it. We fix the photo and bring this cargo in Norway. No, we just only repair because before it's been done is the enduring take out. The ship will play. They said that maybe they will damage from the ship. So that's why I just only. I make photo. If something I see, I will make photo. Some damage. And then another producer is coming. He said, no problem, okay. And then the problem, the pro will be high to take out. Anyway, will be problem. Because will be for high, I don't know how it will be under pressure. Maybe something will be cracked, because will be too much weight above this cargo. I don't know how it will be.
But we don't have another way, only one way. Last minute, ну, короче, трюма приняли, вроде, почти. Сейчас в первый трюм пройдем, посмотрим. Ну что, опять мы в Роттердаме. Здесь у меня, кстати, была первая погрузка в контракте. Сейчас уже в данном месте вторая. Здесь очень много терминалов различных. Там танкера стоят, видим три больших. Здесь у нас металлолом. Все в процессе работают. Там тоже вот опять же танкера. Здесь у нас, значит, терминал основалочный тоже. Мы пришли за соей сюда. Мы будем начинать грузить через полчаса. Может, через час. Вот. Погрузка достаточно быстрая. Сейчас ремонтируют они граб на кране. Какая-то проблема у них. Так бы начали уже давно. Вот. Погрузка 12 часов. За 12 часов они погрузят нам 5000 тонн. Вообще Роттердам — это один из самых больших портов в мире, он в пятерку входит, не знаю, в тройку, не в тройку, но в пятерку точно, потому что реально здесь очень много производства, терминалов, просто бесконечное количество, а работы просто много для людей, которые живут здесь, ну и для приезжих тоже хватает. В общем, развитая страна, что тут говорить, голландцы молодцы. Как вам моя новая масочка, ребят? В общем, смотрите, погрузочка сегодня у нас сои 5000 тонн, вот таким гигантом, просто под завязку. Все будет заполнено, такая вот красота. Повезем в Норвегию. Погодка прекрасная, дождя нет. Лучшее время для погрузки данного груза. Иначе не получилось бы ничего с дождем. Но в Норвегии погода будет, конечно, хуже. Выгрузка будет очень долгая. Минимум дня 3-4. Так что так. Ну, благо, сейчас переход будет у нас неделю почти. Так что нормально, работаем. Вот так выглядит их компартмент, откуда берут наш груз. Вот у них открыто все здесь. Даже самое интересное. Все зачистили. Это все должно влезть к нам в трюм. Ну так еще много визуально. Достаточно много. Ну теперь я знаю, что. Что они тут тоже фигней не занимаются, работают. 3400. 3400. Loaded. For the moment. That means you need another 1600. А? 1600. On your calculation, the same, yeah? Yep. Yeah. Ik heb hier die stuurman bij me staan. Die heeft over 1600 ton wat er is. Zonder helemaal niet. Да. Вот как раз иду смотреть. Еще бы ебал, да. Вот, вот. Что, you go outside or you go there? Okay, let's go. Чем отличается взрослое поколение? То, что он стоит в вахту. В трюме, как сервейер. До этого был молодой, с 13 часов никого не было, вот он пришел и все, будет здесь до 4 утра. То есть сейчас 11:30 у нас. Вот такое отношение. Человек уже больше 30 лет работает в этом терминале. Я, кстати, его где-то месяцев 5 назад мы с ним встречались уже здесь. Вот, он до сих пор работает. Полон сил. Летом где-то примерно 65.
Кто смотрит за моим каналом, тот знает. Может даже найти этот ролик с ним. Тоже здесь же грузили. Еще вот такой вот интересный персонаж. Meet you again. You still sign on my channel YouTube? Sorry? You still? Yeah, I still have it. Good. Oh, мой подписчик.